Всем привет! Ты смотришь Чебурашу ТВ. В связи с последними событиями в Соединенных Штатах Америки, о которых, конечно же, каждый из вас слышал, а именно, я говорю, легализация однополых браков. Мы решили проверить, как люди в России, у нас в Москве, отнесутся к однополым отношениям. Для этого мы установили скрытую камеру в рюкзак и собираемся осуществить часовую прогулку по городу. Хотел больше. Ты слышал это? Что? Ты слышал это? Чувак сказал, вон пи***й пошли. Не, не слышал. Но реально... я не удивлен. Я уже после того, что ничего не удивлен. Слышь, ты че охуел, блядь? Куда иди, блядь? Жесть. Сколько? 3 минуты даже? 4? Да мы только отошли от этого места. Стремный чувак, что-то у меня не сильно, ну не слабо толкнул. Спешим? Слушайте, пи***ть, что-то вот так я уже, да ебать, блин, гандон. Я такой все время по сторонам смотрю, типа, да. Чего сказал? Такие го? Ебать, чего Россия докатилась? Какие гомики? Валить из России. Позор, позор, говорит. Ну, мнение людей нормально. Все такие, типа, будут проходить такие, вау, типа. Я вы не хотите на троих сервис? Я бы их выебал. Да хорош, хорош. Все, 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 все.